Специалистами ООО «Медсар-М» разработана и внедрена в производство уникальная система несъемной опалубки для возведения несущих конструкций, зданий и сооружений. Опалубка показала свою эффективность, в том числе и при возведении индивидуального жилья. Для заказчиков коттеджей разработана серия оригинальных проектов с применением несъемной опалубки ООО «Медсар-М». Специалисты ООО «Медсар-М» предлагают услуги по разработке проектов с учетом индивидуальных предпочтений заказчика. Уникальными особенностями несъемной опалубки производства ООО «Медсар-М» являются энергосберегающие свойства наружного щита опалубки из пенополистирола. Внутренний щит опалубки из цементно-стружечной плиты, являющийся идеальной поверхностью для чистовой отделки, позволяет отказаться от трудоемких и затратных штукатурных работ. Несъемная опалубка для возведения несущих конструкций жилых и общественных зданий, изготавливаемая опытными специалистами на производственных площадках ООО «Медсар-М», является недорогой альтернативой традиционным методам строительства, позволяющей значительно сократить сроки возведения зданий и отказаться от использования тяжелых грузоподъемных механизмов. Система опалубки запатентована как в Беларуси, так и в Российской Федерации. Для индивидуальных жилых домов на семью, возводимых по технологиям ООО «Медсар-М», применено решение с использованием буронабивных свай. Устройство шурфов по буронабивным сваям производится с помощью бурофундаментного ТИ SEFM-300 или мотобура ТМД-720. В полученные отверстия устанавливаются арматурные каркасы, производимые на заводе ООО «Медсар-М», после чего сваи заливаются бетонной смесью. После набора бетоном свай 50% от проектной прочности на их оголовки устанавливаются цокольные панели с их последующим бетонированием. Цокольная панель заменяет традиционный железобетонный ростверк и формирует ограждающие конструкции нулевого цикла здания. Нулевой цикл коттеджа стандартной планировки выполняется специалистами ООО «Медсар-М» в течение 3 рабочих дней. Устройство монолитного железобетонного перекрытия производится с использованием панелей несъемной опалубки с заводской установкой армирования нижней зоны плиты. После монтажа панели с помощью стоечно-балочной поддерживающей системы производится установка арматурных изделий в соответствии с проектом. Бетонирование плиты перекрытия производится одновременно с бетонированием последнего слоя бетонирования стен. На монтаж панелей и бетонирование перекрытия отводится до 5 рабочих дней. Возведение всех несущих конструкций коттеджа стандартной планировки в один этаж производится специалистами ООО «Медсар-М» в течение 10-12 рабочих дней.